События в Палестине проникли в сердца многих людей во всем мире, независимо от их социального статуса и религиозной принадлежности. Казалось бы, когда человек ограничен в своих материальных возможностях, он думает только о своих насущных проблемах. Его мечты и желания связаны больше со своей личностью. Однако все ли так мыслят? Ведь даже простой дворник, как этот британец, может поразить глубиной своих переживаний, связанных с людьми, не относящихся к его этнической и религиозной общности. Простите, есть ли у вас мечта? Есть ли у меня мечта? Та, которая повторяется, или... Но это скорее то, что вы бы хотели, чтобы случилось в жизни, или чего вы хотели бы достичь в жизни. А, да. Прямо сейчас я бы хотел, чтобы Израиль прекратил бомбардировку газы. Это большая мечта, потому что, думаю, это будет сложно. Вы очень бескорыстный человек. Вы все время думаете о других людях. Сразу видно. Нет. Да, я имею в виду, что ваша мечта могла бы быть о том, что вы могли бы получить. На своей платформе я пытаюсь воплощать в жизнь мечты людей. Я не уверен, что смогу осуществить эту мечту, но мне очень понравилось то, что ваша первая мысль – это помощь людям. Вы всегда были таким? Нет. Как вы стали таким? Я ничего не делал. Просто я сейчас много думаю об этом. Потому что это так так несправедливо то, что происходит.